В Магнитогорске пассажирка трамвая и кондуктор устроили скандал из-за собаки. Совладельцы животного потребовали оплатить проезд своего питомца 20 рублей. В итоге завязался конфликт, и дама с собакой включила камеру на телефоне. Что было дальше, расскажет наш корреспондент. Скажите, пожалуйста, вот... Ой, да что за дела такие? Я на работе нахожусь. Да. Человек две остановки проехал, вы не взяли деньги. Собаки вы сняли. 20 рублей. Пассажирка возмущена. Чем она вызвала гнев кондуктора, не понимает. Но в итоге ей пришлось оплатить проезд за себя, за собаку. А, к примеру, с другого пассажира кондуктор не взяла ни копейки. И тогда у самой любительницы животных сдали нервы. Почему вы без маски? Вы без маски вообще? Мои проблемы. Кондуктор на вопросы отвечать не стала, а просто ушла в конец вагона. Пассажирка за ней не побежала. Видимо, решила отомстить по-другому. Выложила кадры в соцсеть и пожаловалась, что работник общественного транспорта без маски. А ведь в регионе еще действует особый режим, а значит, теперь контролера могут наказать.